Так, ну все, видео на главный канал про ваши сладости сняли. Я пошла видео выгружать на YouTube, как раз сегодня оно выйдет. А вы пока давайте приберитесь, хорошо? Да-да-да, Ань, конечно, да, иди. Мы тут все приберем. Иди, Ань, не переживай, все разложим по полочкам. Все, я ушла выгружать видео. Мне кажется, нам на наш канал тоже нужен ролик. Тем более мы обещали ребятам снять видео про сладости. Но мы же сняли на канал Magic Family, и он сегодня уже вышел. Эй, Иван, не будь таким занудой. Ладно. Подпишись на канал. Подписывайся. У нас тут очень много сладостей, какие будем пробовать? Давайте пробовать те, что мы еще не пробовали, чтобы ребятам было интересно. Здесь мы будем пробовать то, что не пробовали там. На Magic Family они посмотрят, как мы вместе с Аней пробовали вот этот шоколад. Белый, молочный, темный. И печенье в белом шоколаде мы тоже там слопали. И шоколад с воздушным рисом. А я там не до конца доела свой веселый мурмелад. Так что сегодня я тебя долопаю. Киша Лис, что ты врешь? Ты об него терлась, потом с ним играла. Съела целую пачку. Все было не так совсем. Короче, все, что мы здесь не доедим, ребята посмотрят в продолжении на Magic Family. Круто я придумала. Юми, вообще-то это София и имела в виду. Да? Ну ладно, в любом случае ссылка там. И ставь нам лайк за нашу смелость. Давайте начнем вот с этой большой шоколадины. Да, да, сейчас начнем. София, зачем тебе я пустая упаковка от печенья? Давай уже начинать. Эйвен, хватит уже занудничать. Кружечки, да есть нельзя. Я не зануда. Взрослые, а как дети? Давайте уже скорее. Помыться успеешь, пока разбираются. Как же мы будем ее есть? Она такая большая. Просто гигантская шоколадина. Может, будем все ее просто лизать, и в конце концов она растает? И так пройдет год, да, тетя Софи? Ну, я хотя бы предложила Юмичу. Я не хотел в этом участвовать, но надо ее уронить, чтобы она разбилась на кусочки. Точно, Эйва, надо ее уронить. Давай, роняй ее. Роняю на пол. Какие же они долгие. Я так свой мармелад никогда не съем. Отлично, мы ее сломали. Я же говорил. Эйва, ты куда? Мы же должны типа дегустировать. Ну ладно. Вы что, решили просто ее сожрать? Чё, Софи? Юмичу, да отстань от меня. Да вы чё? Ну ладно, тогда я тоже просто пойду поем. Мама, Миша, Эйван, Софи, вы же взрослые, вы чё? Так, этот кусочек не сломался. Ладно, я возьму вот этот. Тетя Софи, да чего вы жрете это просто так, а? Ну и все, тогда я тоже буду просто кушать шоколадину. Никакой с вами дегустации приличной. Ну, просто вкусно, нормально. Ага, да. Ты уже какой кусок ешь, а? Пока я ела один кусок, вы уже все съели. Да, что-то у нас тут больше не осталось кусочков. Ну, ладно, оставим на потом. Взрослые, как всегда, жадины говядины. Очень вкусно, ну что, давайте еще сломаем и доедим. Обжора! Я предлагаю продолжить дегустацию и попробовать что-нибудь еще. А может еще шоколада? Эйван, у тебя зависимость. От шоколада. А давайте вы лучше попробуйте что-нибудь еще, а я пока ваш доголад посторожу. А потом будем есть мармелад. Уже начало февраля, а мы елку до сих пор не убрали. Так у Ани же операция была, она не могла убрать. Какая операция, тетя Софи? Ну, Аня же не могла убрать елку, она даже видео на все каналы не снимала. А вот сегодня на всех каналах вышли видео. Она на своем канале все рассказала. Я уже смотрела. Ну, хорошо. Тогда будем пробовать Рафаэла. Пап, Софи утащила Рафаэла, оно у нас одно. Да я просто открыть хотела. Пап, скажи тете Софи, что так нечестно. Почему она первая? Да, Софи, так нечестно. Да уж, пап. Ладно, ладно, я просто хотела вам помочь раскрыть вкусняшку. Давайте тянуть лакомую палочку. Чё? Какую еще лакомую палочку, Юми? Сейчас покажу. Ох, какие же вы смешные. Я уже разложила вам жребий, пока вы не видели. Кто из вас вытянет самую длинную лакомую палочку, тот и победил. А, ну так бы сразу и сказали. Чур, я первая. Я должна вытянуть самую длинную. Вот эта крайняя будет она. Сейчас я вытяну самую длинную лакомую палочку. У меня короткая, так нечестно. Так, осталось три. Я возьму вот эту вот посерединке. О, у меня длинная. Значит, я первая пробую Рафаэла. Вот так. Можно было и не тянуть. Точно. Так нечестно. Осталось две коротких. Так что я первая пробую Рафаэла. Ох, пойду пока я в туалет схожу, что ли. Видите, я честно, я беру себе кусочек и вам оставляю. Сейчас попробуем. У меня самый маленький. А я пойду у себя покушаю. Вы что, уже все съели, что ли? Тетя Софи, так ты ж сама сказала. Я оставляю вам. Вот и не жалуйся. А ты уже проголосовал в вопросе, а? Подождите, ну вы уверены, что больше ничего не осталось? Ну, может, у Миши еще. Что? Я все съела уже, да. Миш, ты тут нигде не припрятала Рафаэла? Мне кажется, ты взяла большой кусочек. Нет, София, я все съела. Ясно, ну вы и обжоры. Мы еще не попробовали белый шоколад с морковкой. У нас их две плитки. Давайте разделимся по командам. Мы с Эйвоном будем есть одну плитку, а вы, Миша и Юми, будете есть вторую плитку. Ладно. Кто быстрее всех, тот первый пробует следующую сладость. Ну что, начинаем? Что? Что? Кто быстрее? Вы что, еще решили там конкурсы устраивать? О, мой мармелад. Белый шоколад с морковкой выглядит аппетитно. И пахнет тоже неплохо. Ну что, начинаем? Уже начинаем, да? Ладно, хорошо. Первый кусочек, второй.
второй кусочек. София, я не поняла, что надо делать? Эй, Ван, у нас осталось еще два кусочка, давай скорее доедать шоколад. Юмичу, скорее давай. Да, мам, я доедаю последний кусок. По-моему, мы все. А, последний кусочек, хорошо, я сейчас доем его. А у нас уже все, мы первее. Мы победили. Застрял в зубах. Эй, Ван, все из-за тебя. Надо было быстрее есть. Так, а вдруг Аня скоро вернется? Может быть, уже пора прибраться, а? Нет, так нечестно. Я уже выбрала шоколадку молочную с воздушным рисом. Юмичу, мы уже ее ели на канале Magic Family. Именно вот эту вот? Ну, такую же, но другую. То есть эту мы не ели. Юмичу, не превращайся в своего папу зануду. А как же кошачий мармелад? Ну вот, как всегда, все не так, как я хочу. Киса, Алиса, неси свой мармелад. Не мармелад, а мармелад. Я его уже открыла, пока вы тут спорили. И у меня никак не получается достать с колечка. И оно почему-то покусанное, кто-то уже откусил. Киса Алиса, вообще-то это ты откусила. Ты съела кусочек нашей первой дегустации. Нет, это кто-то из вас. Киса Алиса, хватит на нас наговаривать. Тетя Софи, мы же не ели. Нет, мы не ели. А веселый мурмелад случайно собакам нельзя? Ну, я думаю, от одного раза ничего не будет. Ой, где я, Софи? Видишь, я пытаюсь его разжевать, а он не жуется. Так, у меня получилось разделить вас на три части. Съем вот эту вот. Я тут так просто крошечки собираю. Ну, то есть от одного кусочка ничего не будет, да? Эйвен, ты что? Ладно, я тебе разрешаю. Ты же собака, как и я. Я так и знала, что киса Алиса не доест его. Может, и доем когда-нибудь. Я думала, он вкуснее. А можно тогда я доем, спасибо? Юмичу, это кошачий мармелад. Сам, значит, ела, мне нельзя, да? Ну ладно, но вообще это вредно. Между прочим, если я собака, я могла бы поесть и ваши сладости. Так что вон вы сколько слопали тут. Давайте лучше решим, что нам делать дальше. Я не буду пробираться. А мы что, одни будем тут ковыряться? Ребята, у меня идея, может быть, мы еще поедим сладостей, а? Нет, Миш, идея это плохая, вдруг она сейчас придет. Ну что, как ваши дела? Я уже ее слышу. Я уже выгрузила видео на Magic Family, а что это такое? Что такое? Что? Что? Чего? А почему вы до сих пор не прибрались? И что это такое? Открытая шоколадка съедена, печенье, трюфель, мармелад, куча съеденных шоколадок. Мы все это не ели в нашем видео. Вы что, это все съели сейчас? Ань, это все киса Алиса. Ань, ты не расстраивайся, мы сейчас все приберем. Да, мы сейчас все быстренько тут уберем. Я поняла, нельзя вас оставлять одних. А я вообще в этом участвовать не хотел. Поставь лайк, если ты не редиска. И скорее жми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты его нажмешь, снова в первом увидеть наш ролик. Первым одним оставить свой коммент. Значит, возможно, он наше видео вдруг попадет. Юля, остановись.